акция «Это вам не Армавир» делается со стороны Франции для ослабления позиции России в Армении. Таким мнением поделился с Кавказским бюро политолог Игорь Короченко. То, что происходит в регионе, будет иметь однозначно деструктивный характер. Потому что Париж в своей предыдущей политике показал, что он поддерживает Ереван, поддерживает Армению и занимает деструктивную позицию. Поэтому присутствие французских миротворцев будет иметь деструктивный характер. Что касается попыток втянуть снова Россию в некие совместные российско-французские инициативы, якобы по легитимизации остатков того, что называлось когда-то НКР, чтобы придать этому образованию вновь какой-то юридический статус, это тоже провокационная политика однозначно. В трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении четко указано, что война завершена, она завершена победой Азербайджана, и Армения должна выполнять трехстороннее заявление и те обязательства, которые она взяла на себя. В частности, по выводу всех незаконных вооруженных формирований с территории Карабахского региона Азербайджана в Армению, соответственно, и разблокирование транспортной коммуникации, что предусматривает создание Зангезурского транспортного коридора и другие обязательства. Поэтому сегодня идет попытка ползучей ревизии трехстороннего заявления. В этом участвуют как определенные силы в Армении, так и, к сожалению, Франция на государственном уровне. Кстати говоря, Франция – страна гитлеровской коалиции. Почему нет никаких заявлений Парижа с осуждением возведения памятников гитлеровскому преступнику Нжде? Париж молчит. Это очень странно. Получается, против Гитлера воевали, а против последователей Гитлера теперь, так сказать, что одобрение возведения памятников? В принципе, Париж занимает достаточно деструктивную политику, проводит на Южном Кавказе, и она не может считаться объективной. Поэтому вмешательство Франции в дела Южного Кавказа будет иметь только негативный и резко отрицательный результат. Что касается экспорта террористов с Ближнего Востока, мы знаем, что АСАЛА – террористическая организация, виновна в убийствах и террористических актах. И понятно, что вот эти люди, которые приезжают из этого региона, каким-то образом оседают в Армении. Даже мы видели, что в Нагорном Карабахе пытались там переселять туда армян из Ливана и из Ближнего Востока. Это абсолютно незаконная практика, она опасна. Что касается НЖД, я еще раз могу сказать, впереди 9 мая, День Победы, будет парад российских миротворцев. И, разумеется, никаких памятников фашистским коллаборантам там быть не должно. Этот памятник должен быть демонтирован, срыт бульдозером до основания, чтобы даже не осталось камня на камне на этом позорном восхвалении и героизации нацистского преступника.